Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева стала послом вторых Европейских игр. Организаторы мультифорума запустили новый проект под названием «Звездные послы вторых Европейских игр». Накануне в штаб-квартире НОК Прима отечественного спорта получила сертификат о новом назначении. Основная задача посла – это продвижение и формирование положительного имиджа вторых Европейских игр в Беларуси и за ее пределами, а также непосредственная работа с белорусскими участниками предстоящего события. Я помню то время, когда у многих рождалась ассоциация с четвертым местом нашей хоккейной команды на Олимпийских играх. И именно в тот момент я помню, что многие по всему миру заговорили о Беларуси. Очень важно продолжать такую традицию популяризации, в том числе и страны, через большой спорт. Раз уж у нас проводится в стране такой турнир, хочется, чтобы наши родные белорусские болельщики тоже пропитались всей атмосферой этих игр и действительно ждали этого события, а уже когда оно начнется, получали от него только самые хорошие позитивные эмоции. Церемония открытия вторых Европейских игр состоится на главной спортивной арене страны – Минском стадионе «Динамо» 21 июня 2019 года. На мультифоруме более 4000 атлетов разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта. В 10 из них выступления станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года.